принял участие в версии драка организации данного турнира. Большое спасибо. Надеюсь, вплоть, если вас порадовал на сотрудничество, надеюсь, и в дальнейшем будете приглашать. Буду стараться выложить себя по максимуму, доставить удовольствие как зрителям, так и организаторам. Спасибо. Спасибо. По версии драка, сами правила как бы меня достаточно устраивают, так как сам периодически выступаю по рукопашному бою. Вот именно регламент 3 по 3, по 3 минуты. В партии 30 секунд, мне кажется, на 100% это именно вот мой такой стиль. Потому что по М1, когда бы выступать 3 по 5, чуть-чуть вот физической подготовки мне как бы не хватает. А здесь вот 3 по 30, достаточно динамичный бой появляется. Нету отлежки в партере, рефери поднимает, когда надо. Как бы вот мне как вот универсалу на 100% устраивает такая версия. По плану по встрече города Чита, в плане группы поддержки, как горожане относятся к виду спорта, именно вот эта атмосфера после боев, когда весь зал не уходит куда-то, а выходит, все подходят, давай сфотографируемся, давай поздороваемся, со всеми фоткаются, а от малых до взрослых, скажем, вообще очень приятное, неизгладимое впечатление, как ни в каком, наверное, в городе. Уфу еще хочу отметить, может тоже то, что маленький город, для них это новшество. В плане, что в Питере, в Москве уже где-то, видимо, люди чуть-чуть насыщенными этими боями. Здесь видно чуть-чуть, очень радует поддержка именно.